И это новый ролик. И сегодня я буду снимать продолжение похода меня на этот заброшенный молокозавод. Давным-давно я делал ролик, и недавно я зашел на него и увидел, что там очень много лайков и просмотров. Поэтому в раз я долго не заставил ждать и пришел снимать вторую часть на этом молокозаводе. Ну что ж. Это помещение, конечно, маленькое, поэтому я сразу начну с самого хорошего момента. Ну, поехали. Вот. Мы и вернулись на то место, где я закончил прошлый рой. Да, ну, пойдем сюда. Посмотрим, что там могло случиться. Я тут немного уже пошатал те места, где я уже находился. И изменения колоссальные. Темно. Придется включить фонарик. Оператор посмотри туда. Давай, пойдем туда. А тут у нас полная разруха. Надо ходить очень аккуратно. Так, куда мы можем еще ходить? Ну, вот тут какая-то тумбочка есть. Вот, и что ж поделать. Идем дальше. Куда-нибудь. Так, ну, тут больше некуда идти. Походу, весь молокозавод на первом этаже мы весь обшистали. Давайте пройдем все помещения, которые были оформлены для молокозавода. Самое первое, что мы видим, это башня. Это ибо была раньше труба, но ибо это башня какая-то, зачем-то нужна. Дальше, чуть правее, там находятся два гаража. Да, по них я тоже могу мало чего сказать. И там на входе сюда находится еще сторожевая будка, но там пойти невозможно. Вот. Поэтому мы пока что будем двигаться к гаражам. И вот, я стою на том месте, где могла бы начаться первая часть моего похода на молокозавод. Вот. Вот могла бы она начаться именно в этой вот будке. Конечно, там мало чего можно показать. Давайте пойдем туда. Здесь полная разруха. Мусора полно. И... тут какая-то большая труба, но там засыпано снегом, поэтому там еще не увидеть. Может быть, раньше была печка. Вот, пойдем дальше. Вот вы сейчас видите гаражи с другого ракурса. А вот недавним моим открытием стал вот этот вот ключ. Сюда вот ходят люди набирать воду. Так. А вон, я, конечно, хотел бы вон туда вот пойти, но там затоплено. И с моими-то ботинками туда не пробраться. Тут вон, люди оставляли зачем-то ручки от этих канистр. И сейчас будем мы пробираться куда-нибудь, вот. И вот, то самое легендарное место, откуда начиналась съемка первой части. Давайте покажем вам будку, раньше в ней сидел охранник. Но она полностью обнищала. Дальше, тут
находится похоже на складское помещение. Вот. И вот за ним сам алкозавод. Так, к сожалению, мы не сможем подняться на второй этаж, но мы попытаемся еще что-нибудь заснять. Ну, а если нам это еще дадут люди. Поэтому мы сейчас, может быть, и вернемся, а может и нет. Ну что ж, к сожалению, люди нам не дали много поснимать. Поэтому мне придется заканчивать. Я, конечно, мало поснимал, но может как-нибудь и выйдет третья часть. Наверное, самая последняя, когда я снимаю все. Вот, поэтому я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про мое ВК-сообщество, которое ссылочки в описании. Всем пока!